Алла Пугачева продолжает быть для многих любимой певицей, однако в этом году она уехала в Израиль с семьей. Многие критикуют ее за такой поступок, но сама Примадонна считает, что о ней плохо отзываются лишь те, кому это выгодно. Она то и дело выходит в свет в Тель-Авиве и проводит время с двойняшками Лизой и Гарри. И недавно Максим Галкин воссоединился с семьей. Он устроил перерыв в работе до января. На днях его заметили на концерте Би-2 с женой, а также юморист успевает играть с наследниками. Недавно он показался на Гарри, который отрастил волосы. А вот 10 декабря в соцсетях артист выложил фото Примадонны с дочкой. Если певица была в кожаных шортиках и сапожках, то 9-летняя Лиза щегольнула в клетчатой мини-юбке и гольфах. Она прижалась к маме. Примечательно, что поклонники давно не видели Лизу. Многие поразились не только тому, как она выросла, но и то, что девочка стала копией своей звездной мамы.